зовут? Денис, давай, Денис, давай. Можно прыгать. Ура! Я король мира! Стартуем бесконечность Италии! Охуенно! Я еще хочу, но не сегодня! Ебать горбатого медведя, а! Я прошу прощения за свой французский, у меня эмоции! Фу. Огонь! Теперь я понимаю, как себя чувствует Человек-паук! Я в какой-то момент подумал, ну вот сейчас я проснусь, как во сне, и нихуя не проснулся. Ладно, нас могут смотреть дети, поэтому бывать дальше без матов. Странно, что я кричал «Ура!», я хотел крикнуть «Поехали, Гагаринская!». Но я прокричался. Как там это? Майкл Джексон, лунная дорожка, да? А, да-да-да, кстати. Апостол ходил по воде, я буду ходить по кустам. Я уже и забыл, насколько это круто, а. Обалдеть просто. Чего же меня раньше сюда не позвали? Это просто супер. Блин, я теперь сейчас всем буду своим друзьям советовать. Даже нет, я буду их заставлять, как меня сейчас заставили. Я ни разу не пожалел. Опа, стоять. Это вообще, это такой-то эпический фейл. Просто я так рад, вы бы видели, вы бы знали. Я вам говорю, ты что, внуки, вам будет что рассказать. Чик, чик. Я еще немножко. Нет. Всем спасибо за внимание. Как ваш всегда, Денис Сергеевич. Я у меня эмоции.